Можно. Можно. Я сниму. Снимай. Бери теперь водичку. Мы же рисуем. Так, опускаем. Теперь в красочку, ты же помнишь? Это красочка. Вот она. Вот эта же вот красочка, да. В какой, фиолетовый или в зеленый? Какой будем? Зеленый. В зеленый, давай в зеленый. Вот так мочи. И придерживай пальчиком. Придерживай, пусть краска раскиснет немножко. Вот так. Вот так. Ага, ну что, получилось взять краску на кисточку? Нет, Донечка, не получилось. Ты фиолетовый теперь хочешь? Все. Давай, намажь кисточку. Набирай краску, она еще не набирается, еще не раскисла красочка. Что ты там нюхаешь? И что, краска пахнет? Да ну, краска не пахнет, кажется. Ну что, давай еще раз попробуем, может быть, раскисло уже. Раскисло. О, раскисло. Нет, не хочешь краситься. Что за непорядок? Что за непорядок? Непорядок. А давай я хочу рисовать. Ну давай попробуем. Ну, держи. Папа подвинет это немножко. Вот грибочек будем разукрашивать. Но не хочет разукрашиваться грибочек. На кисточке нет краски. Вот такой вот у нас киндер. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Наверное, краска сильно была сухая. Надо еще подождать. Подождать. Так, а ну-ка. Давай папа попробует немножко. Давай папе кисточку. Давай обезьянку папе. Ага, давай. Так. Так, папа возьмет эту кисточку. Вмакнем водичку. А ну придержи. Придержи краску. Краску, краску подержи. Вот это? Да. Так, будем зеленую брать сейчас. О, у папы получается. Смотри, кисточка зеленеет. Видишь? А у меня вот я хотел вот эту. Ну давай сначала зеленым уже, раз уже папа набрал. Я дай хочу. Так, придерживай. Ура, рисует. Да? Красота. Маргарите понравилось. Она рисует так. Получилось? Я еще здесь. У нас будут зеленые грибы. О! О! И у меня тоже зеленая. Да. А почему она едет? А ты придержи рукой. Так. Ну что, теперь не едет, да? Теперь все получается. Хорошо. Что-то у нас получилось. Грибочки! А теперь давай помоем кисточку. Да. Помоем. Так, мой. Хорошо, мой кисточку. Вот так, все. Кажется, она уже чистая. Сейчас будем фиолетовый брать цвет. А я заметил здесь такую интересную штуку. Смотри, здесь вот показано. Чтобы был светло-зеленый цвет, надо вроде бы как две капельки. Вот, видишь, Маргарита? А чтобы темно-зеленый, надо одну капельку капнуть в краску и потом размешивать. Ага. И так же самое с фиолетовым цветом. Я хочу вот это. Ну так давай, ты хочешь фиолетовый. Я понял. Так, пак. Потом фиолетовый. Давай. Там уже у нас водички, кажется, много. Перебор. Ну? Много водички, да? А ты пробуй кисточку вот так вертикально ставить.
Вот так. И вот так вот. Ой, ой, папа не видит через камеру. Вот так, раз, 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 раз. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Чтобы мы краску как бы немножко смешали. Чтобы мы ее подорвали. А ну-ка, держи. Так. Рисуем. Хочу рисовать. Так мы же не рисовали фиолетовым. Фиолетовым. Ослик, скажи, тебе нравятся краски? М? Ослик. Я хочу. Да, мне краски понравились. Класс, краски, я тоже хочу такие. Ой. Ой, давайте дальше смотреть, как Маргарита будет красить. Я хочу ослика покрасить. Ослика? Ослик, скажи, пожалуйста, ты не против, если Маргарита тебя покрасит? Ну, не знаю. Нет, наверное, я все-таки не против. Ха-ха-ха-ха. Крась меня, Маргарита, крась. Что? Разукрашивать быстро. Быстро разукрашивать? Ушки зеленые. Ой, ты ж не вымазай ему повязочку. Покрасили мы ослика, наверное, уже, да? Какой я красивый. Ох, 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 ох. Я бедный ослик. Меня Маргарита разукрашивает. Ну что? Что скажешь деткам? Пока! А еще что? Ставьте лайк. Дай, я буду глядеть. А он будет бояться. Ну, не знаю. Будет ли он бояться? Будет. Будет бояться? Ну, давай. Папа. Попугаем его. О, Маргарита. Боюсь, боюсь, боюсь. Все, больше не боюсь. А я не боюсь тебя, Маргарита. Я спрятался. Боже мой.